Привет всем пользователям intelbet.ru, меня зовут Роман Гудсайт, и сейчас давайте поговорим о еще одном матче этого тура английской футбольной премьер-лиги. Эвертон дома будет принимать Манчестер Юнайтед. В прошлом туре Арсен Венгер и его Арсенал всем наглядно показали, как нужно играть против нынешней команды Ван Гала, которая сама очень любит контролировать мяч. Арсенал просто смел Манчестер Юнайтед в первые 20 минут, забил 3 мяча и был доволен. Собственно говоря, добился победы со счетом 3-0. Я думаю, что многое из задумок Венгера, в принципе, может постараться претворить жизнь и Роберто Мартинес, главный тренер Эвертона. Его коллектив уже несколько туров подряд не проигрывает, и, в принципе, это колоссальное достижение, потому что и соперники были достаточно серьезные, и проблемы с составом у Эвертона были просто катастрофические. Сейчас, после вот этой паузы на матче национальных сборных, многие футболисты возвращаются к работе с основой, так что Эвертону должно быть в этом смысле полегче. Но позитивный момент, когда Эвертону было совсем тяжело, команда сумела сплотиться. Это действительно очень хорошо. Что касается Манчестер Юнайтед, то, наверное, поражение от Арсенала должно все-таки взбодрить Луи Ван Гала, потому что тот футбол, в который его команда играет с начала этого сезона, он вроде бы приносил результаты, Манчестер даже был на первой строчке в турнирной таблице, но потом вот эта игра против Арсенала как холодный душ, и надо понять, как отреагирует Ван Гал, будет продолжать гнуть свою линию или все-таки начнет постепенно отходить от вот этого идеи с тотальным контролем мяча и играть больше в вертикальный футбол, делать длинные передачи и все-таки искать момент у ворот соперника, а не просто катать мяч на своей половине поля. А в этом смысле я думаю, что по своей стилистике очень любопытные команды сойдутся, ведь Эвертон тоже коллектив, который, в принципе, мяч контролировать любит. И поэтому в этом матче я не исключаю отрезки, по ходу которых доминировать будет то одна, то другая команда. Ну, а в таких условиях мне представляется, что обе они окажутся в состоянии забить. Поэтому ставка «обе забьют» мне представляется наиболее интересной на эту встречу. У Эвертона группа атаки в очень хорошей форме. Манчестер Юнайтед имеет Марсиали, имеет других ярких футболистов, которые... Ну уж хотя бы на один гол сподобится вполне способны. Так что здесь не знаю, кто добьется победы, но в том, что обе команды сумеют забить, практически уверен. Пока!